Здравствуйте, Арсений Селезнев, зверобой. Такого вы еще не видели. Значит, курица взлетела на клетку. Я специально открыл клетку сверху, открыл сбоку две дверцы. Вот. Вынул оттуда все, что там мешало. Он еще будет кормом. Мешанка будет. Вот, все детали повынимал для того, чтобы цыплятам было свободно, легко и свободно двигаться по такой просторной клетке. И сверху можно было снимать видео. А они, сейчас покажем ближе, они решили все-таки на верхотуру, пентхаус. Ох и куры, ох и куры. Пихнул всех. И с ужасным криком бросилось вниз. Ох и куры. Так, опять мне сломало. Колпачок сбросило. В общем, буду делать другой тип колпачка, наверное. А сейчас пора накрывать. Так, посчитай, сколько их там. Пятеро, да. Все на месте. Арсений Селезнев, зверобой. Цыплята с курицей. Опять клетки. Подписывайтесь на канал. Смотрите обновления. Пока.